Шериф должен играть в атакующий футбол со Славией, а болельщики прийти на стадион, несмотря на холод. Это слова экс-игрока «желто-черных» Сергея Рогачева. За выступлениями бывшего клуба он следит из Москвы и считает, что у «Шерифа» по-прежнему неплохие шансы на Евровесну. В четверг погода и близко не будет напоминать о метели и снегопаде, поэтому болельщики должны прийти на главную арену. Так считает Сергей Рогачев, известный в прошлом нападающий «Шерифа» и сборной Молдавии. Он 7 лет играл в России, матчи до сих пор там проходят вот в таких условиях. На поле и на трибунах согреваются как могут, говорит Сергей. В четверг же будет обычная для конца осени погода и столбик термометра выше нуля. Болельщики, там, фанаты, да просто люди, которые не безразличен «Шериф», я думаю, что они должны все-таки поддержать «Шериф», потому что пока есть шансы, этим надо пользоваться. Да, даже если их не будет, в сложный момент нельзя отворачиваться от клуба. Сергей Рогачев был среди лучших снайперов чемпионата России, играл за сборную на легендарных стадионах. Вот фрагменты свежего фильма Netflix о Дэвиде Бекхэме. Англия готовится к матчу со сборной Молдавии на стадионе Уэмбли. Рогачев тоже попал в кино, которое сейчас обсуждают во всем мире. А в составе «Шерифа» он участвовал в уникальном событии – первом выступлении в Еврокубках. Было это в 99 году, соперниками тоже были чехи. Команда «Сигма». Рогачев мог вывести «Шериф» в следующий раунд Кубка УЕФА, но не использовал выгодный момент. Сейчас он ждет и от «Славии», и от «Шерифа» атакующего футбола. Им важен выход, и они, естественно, тоже будут настроены на набор очков. Больше будет исходить от самого «Шерифа», мне кажется. Насколько они будут агрессивно играть в атаке. Потому что, еще раз, да, нужны голы. Их, к сожалению, сейчас мало. Если раньше, да, «Шериф» мог забить, да, и забивал и по два, и по три мяча, то сейчас архи мало, и это, мне кажется, очень важный момент. Стараться забивать и не оглядываться на турнирное положение – это совет от Сергея Рогачева. Он передает привет из заснеженной Москвы и призывает болельщиков с обоих берегов Днестра поддержать «Шериф» в последнем домашнем матче года. Он до сих пор считает «Шериф» своим клубом и желает ему удачи. Максим Кирьязов, ТСВ.